Золотом Олимпиады в Рио удалось пополнить и общую копилку российской сборной. Накануне вслед за саблисткой Яной Егорян очередную победу команде принесла и рэперистка Инна Дереглазова. В финальном поединке она одолела двукратную олимпийскую чемпионку из Италии. К слову, российские спортсменки не завоевывали медали в личном турнире по фехтованию на рапирах почти полвека после Олимпиады в Мехико 1968 года. Награды российской сборной принесли также велогонщица Ольга Забелинская и пловец Антон Чубков. Забелинскую из-за допинговых скандалов допустили к участию в играх лишь в день открытия, и ей удалось выиграть серебро. А вот Антон Чубков стал бронзовым призером в заплыве на 200 метров брасом. На сегодняшний день Россия находится на 6-й позиции на общекомандном медальном зачете, и на счету спортсменов 15 наград: 4 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.